Всем привет! Сделал я такой набросок, небольшой ролик. В общем, все дело в фотографиях. Ролик как бы не имеет значения. Я просто хочу рассказать, что по-быстренькому, что первые фотографии я хотел сначала, вот мне прислали такой второй доджик старый. Я его решил перекрасить и сделать под Макларен. Там есть фотография Макларена, новенькая машинка. В общем, и хотел сделать такую расцветку, как у Макларена. Естественно, мне ничего не получилось. Получилась ерунда. Вот эти вот фотографии первые. Будет видно, что... Ну и машинка, она сама себе... будет колеса, да, большой подъем у нее. У нее большой просвет дорожный. Вот, меня это, конечно, особенно... Видно это было на вот этой новой покрашенной машинке. И я решил, короче, сделать ей такой кастом, чтобы как бы занизить вот эти вот все просветы. И решил сделать по-своему. Вот, машинку я по новой, короче, краску все это смыл и покрасил. Так как мне захотелось, подклеил там всякие прибамбасы, все такое, сохранил заклепки, их не сверлил. Вот есть такой маленький секретик, как сохранить заклепочки. Вот. И в общем сделал вот такую машинку. Вот. Теперь у меня как бы Dodge Cobra называется. Я его так назвал. Ну, думаю, немножко как бы смахивает на кобру. Вот такие дела. Ну вот, вроде бы и все. Фотки будут. Вот такая получилась машинка. Да, выкрасить было, конечно, сложновато из-за вот этих вот наклеек скотча, он плохо ложился, пришлось подкрашивать, мазня, но все-таки получилось. Уже я ее вскрыл лаком, смотрим фотки.